Юный спортсмен Александр занимается самбо 4 года. За столь короткое время самбист уже успел проявить себя и одержать победу на областном соревновании. Этому боевому искусству мальчик собирается посвятить жизнь. Я хочу просто стать сильным, защищать свою семью. И мне очень нравится заниматься спортом. Когда я занимаюсь долго, я чувствую, как у меня повышается сила. Если я стану сильным, я смогу защищать свою родину. В соревнованиях по боевому самбо сражались 54 спортсмена. Их возраст от 5 до 14 лет. Организатор мероприятия, кандидат в депутаты Одесского облсовета от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко Андрей Ивашов. На этом кандидат останавливаться не собирается. Мы планируем взять шефство над этим клубом и постоянно им помогать. В частности, у нас есть такая инициатива. Мы обратились в Малиновский РВД, там есть отдел по несовершеннолетним. Вот, чтобы они нам определили 20 ребят, которые не потенциальные преступники, а социально незащищенных семей, которые не могут себе позволить вот такого плана тренировки платные. Я вам вручаю гвоздь, вот, это сувенир. Такие сувениры у президента, у многих людей. Я больше за 30 лет я их перекупил тысячи, много ящиков перекупил. Да. Я вам даю, когда вы устанете, возьмете в руки, Господь вам даст энергию такую, чтобы трудились на благо людей, на процветание нашего города, районов наших. И здоровья вам желаю, благополучия. Спасибо большое. Спасибо. Известный одесский силач Николай Пасечник занимается тренерством уже полвека. За это время он подготовил для работы в силовых структурах более 42 тысяч человек. В настоящее время он тренирует детей и юношей. Это дети проверяются, как они уже подготовлены. Это дисциплина, здесь порядок. Все. И слава Богу, что есть люди, которые помогают. Такое сложное время сейчас. Такие дети, я не думаю, что они будут нарушать где-то там какой-то общественный порядок. Ребята показали достойный уровень подготовки. Судьи отметили Таисию Каноникову, Александра Мигаса и Никиту Гаврилюка. Юных спортсменов наградили почетными грамотами. Светлана Меркулова, Ксения Терди, Виталий Прус, Думская ТВ.